В Атырау прошел турнир среди ветеранов спорта по мини-футболу. Спортивное мероприятие было посвящено 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Организаторами соревнований выступили областной филиал Союза ветеранов Афганской войны и областной акимат. Цель соревнований – формирование здорового образа жизни среди ветеранов, укрепление между ними дружеских отношений. Также организаторы намерены повысить интерес молодежи к физическому воспитанию и спорту. Этот турнир станет примером для молодого поколения. Современные молодые люди стремятся все постичь и обо всем узнать, и мы подаем им в этом пример. Мероприятие организовано спортивным комитетом Алишера Изгалиевича при поддержке акима области. Турнир проходит на высоком уровне. Всего в турнире по мини-футболу приняли участие 6 сборных. Это команды Санжар, Булат, Каспий, Махамбет, Миллиоратор и команда ветеранов афганской войны Шурави. Возраст участников до 60 лет. Ветераны рады, что благодаря турниру они пропагандируют здоровый образ жизни среди молодежи. Во второй раз в этом году ветераны афганской войны организуют соревнования по мини-футболу. В прошлом турнире наша команда заняла 3-е место. Мы с юных лет вместе играем в футбол. Для нас это большая радость – прийти в зал и сыграть в футбол командой. По окончанию мероприятия победителям были вручены специальные призы и кубки. Даниил Аршинков, Гаухар Нурлбек, Зая Бегалымов, телеканал Атырау.